А что у нас по наследнику, кстати? Что там? Как себя чувствуешь? Управление 8, военное образование. А я кому отдавал? Бережливому чиновнику отдавал. Прикольно. Назначить наставника. Меня, пожалуйста. Пожалуйста, я буду наставник. Принципе, кстати, был это в этой стране обучался как чему-то, блин, какому-то. Нас-то хорошо его отдали, блин, приятно. Так, дружище, чё ты, военный чисто хочешь быть военным? Как, почему это нам передается по наследству? Я не понимаю. Почему он сюзерен тут? А, понял, потому что у него тут земля есть. Боже, что за беды у нас? Беды с башкой, боже. Ну, тоже гомосексуал. Ну, блин, что поделаешь, как бы. 21 год. Может, раз... Это... Того этого? Крестил папа. Ну, если что, можно будет через нашего папу развестись. Если все будет плохо совсем. По возрасту их. Усердный. 10%. Стал? Конечно, не стал. Спрята дочь. Великий турнир. Кеммет. О, можем перекрестить что-нибудь. Давайте перекрестим суннитов тупо. Почему нет? Округ бенч. Риск бунта 12. 12, 12, 12. Бенч. Риск бунта букта. Букта, букта. Тоже 12. Подождите, я же поставил туда. 0. Что случилось? Кого там пришили? Мефизитство, Синайска. Ну это мы сейчас перекрестили. А что там случилось? Сесаму. А, вот кто умер. Погиб молодым. Сесаму. Сесаму. Четко. Отношения 82. Четко. Энкусай. Ну че. Дом Энкусай. Сомнение гложет. Боже, не надо мне изменять, я тебя умоляю. 400. Давайте построимся. Раз уж 400. Казармы. Бэч. Нормально. Какое облегчение. Как бы если она все равно изменяет, нам не очень страшно это. Амбициозный, непримиримый с соперниками. Ну блин, амбициозный это конечно четкая штука. Не хватает терпения, минус все, блин, вот не знаю. Поработать на благо сына, давайте. Доживем уж как пахом до 86 и там посмотрим. Мукта, блин, таё. Таё. Умеренный. Лиши... Получишь черту неряха. Нем, такой не нужно. Умеренный. Будь умеренным, сынок. Нормально. Диалог церкви. Что это? Церковь одобряет. Благочестие плюс. Нормально. Капец, у нас тут, конечно, статки. Престиж миллион. Благочестие миллион. Что, крестьянское восстание? Бенч, изменники. Жалко. Сейчас мы тупо сейчас их нафигачим. Не страшно. Абсолютно. Крещение. Помирание. Это где? Еще раз чехов крестили. Понятно. Каких-то других чехов они там вначале крестили. Ваша милость, великого философа. Культура земель. Чего? 50 культурных баллов. А нужно ли нам это? Дружище, 200 монет на дороге как бы не валяются. Так. Вперед к процветанию. 7000, нормально. Солдаты есть. Когда у нас войско поднято, у нас плюсик. Конечно, плюсик. У нас войско мерено, немерено. Дружище, куда ты пошел? Скажи мне. В Сиуд, да? Бенч. На 800, да? Вот тупо все разбежались, походу. Ну что, товарищ, я, конечно, понимаю. Пахом у нас тоже был лидером крестьян, но... Была не была. Бенч. Четко, четко. Лот. А, что-то как-то он интересно выглядит. Может быть, культура матери перекинулась. Лот. Нормально, кстати, имя Лот. Че бы нет. Так, с кем мы можем поженить его? Какими-то хазарами можем, печенегами. Да? Хазары, хазары, чехи. А, франки, западные франки. Хотим ли мы союза с западными франками? Как бы они очень далеко и к нам они не приплывут точно. Византийцы. Византия. Прекрасная страна. О! А можно тебя женить на Лоте? Конечно, нет. Потому что он еще ребенок, ну, разумеется.
А может, у тебя какой-нибудь крутой вассал есть с кучей войск? Вот, допустим, 2000 или вот, допустим, 3000. Есть у тебя, вот, дочь какая-то есть, помолвка. Лот. Да, бу, нормально. Не нападение. Материальный, а нет, это нам как раз не нужно. Не нападение, четко. Госсоюзик. Госсоюзик. 3000 как бы к нам в копилочку. Войск. Если что, в войне нас поддержат, я думаю. Бу, нормально. По перемирию у нас еще долго. Вот можем кого-то напасть. Сур. А, нет, он этот. Сюзерен у него есть. Трапезунд. Трапезунд. Это тупо печенеги. А вы феодалы печенеги, да? Трапезунд. Трапезунд. Ну ладно. По сочувствию византийцам. Конюшни. Построены. Хорошо. Что мы тут видим? Объявить войну. А, нет, нет. Византийцев мы, конечно, не будем объявлять войну никакую. Укрепление. Пехота. Пехота, пехота. Ну что, пока ничего вроде не происходит, можно, я думаю, замолчать на некоторое время, правда ведь? Думаю, да. О, сын вырос, товарищ. Муктатайо, что-то ты какой-то лысенький. Это прекрасно, умелый тактик вырос. Значит, он проницательный, гомосексуал, разумеется, умеренный, целомудренный и честный. Он вроде как вот тут пока что. Ну, 16 лет пареньку, думаю... Он дождется своего. Проницательный, конечно, это жесткая штука. Жесткая. Плюс 2 ко всем. Ко всем. И боевые навыки плюс 3. Нормально живем. Нормально, приятно. Еще, что произошло? Наши родственники, башмуры, тупо себе землю заимели в Австрии. Четко. Кстати, он теперь считает себя южным славянином. Чисто из Египта, из коптов, славянина перекатился. Нормально. А, не, Каролинг, я уже думал про Пахома. Ну вот, такая вот новость. Пока вроде все по интересу. О, мигрень, какая-то мигрень, я извиняюсь. Что-то получается, у нас никакой эпидемии нету, но у нас мигрень. Это что, мы сейчас хотим раком заразиться или чего? Такое может быть, такое вполне может быть. Что-то я не помню, когда в паломником становился авантюристом. Грипп, ё-моё, чисто грипп. Ребята, я недееспособный, ё-моё, из-за гриппа. А у нас есть какой-нибудь регент? Наследник, регент, патриарх чисто какой-то. Ни о чёмный, да? Ну что, самое необходимое сделай и нормально. Извините, получше. Здоровье плюс один. И тут здоровье плюс один нам от пути жизни. И нормально, мы будем жить. Мы будем жить вообще. Болеет гриппом. Если мы умрем от этого, это будет печально. От гриппа 64 года всего. Если сравнивать с Пахомом, это, блин, тупо ни о чем. Кстати, он с дочь родилась. Я не знаю, показывал я или нет. Наверное, нет. Ну, грипп это, конечно, печально. Сижу тупо, не воюю. Я даже себе взял увидеть процветание страны. Мир на протяжении 5 лет. Вот, сижу. У них вообще восстание даже не думает прекращаться. Вот. Вот так, все, ничего больше не приключилось. Ну, потихоньку строюсь. Причем постоянно, неустанно строю все время что-то. Конница, доход. О, доход, это приятно, доход. Доход, это красиво. Верфь не надо. Госпиталь. Походная кухня. Ну, тупо деньги вливаю куда нужно. Куда нужно. Вот ополчение какое-то построилось здесь, походу, да? Или вот тут, вот тут. Что тут такое? Вот это можно улучшить. В общем, войско у нас копится, улучшается все. И все у нас четко. Четко, 12 тысяч войск. А воевать и не с кем. Это так грустно, вы не поверите. А, может быть у нас это, праведность есть. Точняк, праведность. Что-то вообще запамятовал за нее. А ну-ка. Бенч. И товарищи военные. Бенч. Ну все, четко. Теперь у нас осталось два монофизита. Еретика, и все. А что такое? Что такое? Тайный советник. Ё-моё. Блин, регент, а может быть это очень плохо, регент? Не знаю. Недееспособен. Ты тоже недееспособен. Почему? Что у тебя случилось, дружище? А почему он недееспособный может пойти... И выполнять какие-то задания, я не понимаю.
Дружище, а как ты так у тебя получается? Непонятно. Чисто прикован к постели, пошел воровать технологии. Товарищи! Все-таки нужно было что-то поэкспериментальное себе брать. Ну что? Вот и помер дед Максим, да и ладно. Король Дауд отдал Богу душу, когда ему было всего 64. Он умер от гриппа. Будучи благочестивым человеком, он многие годы провел в изучении древних рукописей, изучении всего того, что мы знаем о деяниях Бога. По-моему, про Пахома то же самое говорили. А у него нет? Кстати, грехов у него нет. В принципе, может быть, он стать этим блаженным. Не думаю, что святым, но блаженным точно. 64 года, как бы. Ну, блин, так себе, но бывает и хуже, правда? Король Тайо, выдающийся военный тактик. Надеемся, он поведет войска к победе. Да здравствует король Тайо. Вот у нас король Тайо молодой, ё-моё. Ну, тоже такой, такой вот, как его папаша. Ну, ладно. От гриппа еще никто у меня не умирал. Не помню такого. Да будет так. Почитайте мертвых. А, можем круто его похоронить. Скромный, чего? Давайте, пусть знают все, что я уважаю усопших. Тупо похороны нормально таки сделаем. Почитайте не мертвых. Почитайте мертвых, значит, король Дауд был доволен церемонией. Чтобы почтить его память, я провел грандиозную похоронную процессию. Теперь его тело мирно покоится в пирамиде. Люди будут помнить, какую честь ему оказали. Мы в пирамиде, блин, похоронили, нормально. Слава Господу. Вот так. Нормально, нормально. И, кстати, Кемет нам перешел. Ха! Я бы на самом деле, если бы можно было, я бы выменял Кемет. А, блин, Кемет, блин. Суакин я бы поменял на вот эту вот какую-нибудь провинцию или любую другую. Потому что это нам земля вообще ни к чему, ни к селу, ни к городу, честно вам говорю. Давайте отдадим это что-нибудь кому-нибудь, священнику какому-нибудь. Товарищ. Арбат, блин. Как она там? Суакин, да? Держи. Соточка мнения. Так, ребята, как вы о нас думаете? Я про вассалов. О боже. Мнение предшественники тупо ужасное было. Почему, блин, я должен страдать? Претендует и правопреемник. А, это кузен, блин. Вот еще бы о нашем хорошее мнение было. Вот соточка, например. Много герцогств, да? Капеллан можем поставить, какой-нибудь капеллана дикого, вот тебя. Обратить свою веру вот сюда. Ну и живем, что? Нормально. Опять, блин, общество нужно будет по новой все делать. Так вот, жена, тебе 25 лет, сможешь ли ты нам родить ребенка? Я не знаю. А ты у нас, да, ты у нас. Смотрите, когда ей будет 30 лет, тупо разводимся. Я считаю. Потому что это не дело. Давайте путь торговца мы заменим на путь семьи, да? Да. А, только, блин, вообще через 2 года сможем. Действие с титулами. А, это мы сейчас просто все решим. Вот так вот, бенч и все. Тамиат, блин, наша столица. Претензии мы какие-то имеем. А, ну, конечно, мы имеем претензии, блин, на них. Разумеется, еще бы нет. По войск мы не просели по войску. 11 тысяч! Бум! Это сильно. Это реально сильно. Вот это я понимаю. 19 военки. Умелый тактик. Бу. Бу. Нормас. Так-то. Так-то. Может его и повести, типа войско водить. Это было бы нормально так. Он мощный. У нас это топорище, вот это дикое есть, разолитель. Кольчуга там вот это вот. Боевые навыки личные военные вообще. 31. Фу. Чё бы нет. Только пока несколько. А, мы можем воевать. Мы можем воевать. А за что мы можем воевать? Нет, за эти нам не интересно воевать. Фустат. 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 А мы можем повоевать за фустат. Чё нет? А чё нет, кстати? Это же не восстание. Можем мирно повоевать. Давайте сохранимся. Египт. Сколько сейчас времени? А вот нормально будет. Тогда я серию так назову. 8. Сейф я имею в виду. 8-9. 9. Все нормально. Сохранить. Сохранить. Приятно так, плавная игра идет, приятно. Так,
Мне Фустат, пожалуйста. Бич, и никто его не поддержит, абсолютно. А товарищи, у нас пакты не остались, а вот с ним и с ним, да? А с вами чё? Пакт о ненападении? Не, конечно, нет, блин. Ну ладно, все старые союзы пропали. Неприятно, ну что нам остается, правильно? Поехали. На Фустат чисто сразу. А, его кто-то уже осаждает, правильно? Напали. Фиюм, да? Ну, блин. Не мы, так не мы. Тогда мы не будем осаждать. Мы будем осаждать какие-нибудь другие земли, правильно? Зачем нам осаждать то, что нам не отдастся вот по итогу? Не понимаю. 13 тысяч войск, тупо. Бу. Я думаю, точно их нужно пополам разделить. Или иначе мы такие дикие потери небоевые будем. Новые государства. Империя Уджайн. Интересно. Уджайн, ё-моё, чисто этот. Мадезизм. Походу, блин, вот забыл, как называется. Как-то на П. Пакистан. Пакистану, короче, не быть. Хотя тут одни индуисты, суннизм, а его религии никого нету. Как он будет жить, непонятно. Блин, что это я отвлекся? Вот сюда можем пойти и вот сюда можем сходить, да? Давайте так и сделаем. Вот сюда. Так. И вот сюда. А, у нас же есть корабли. Чё я туплю? Сейчас через корабли будем воевать. Флот есть. Флот на месте. На месте, на месте. Что с флотом, блин? Почему? Почему он так плавает? Бороздит пески египетские. Так, давайте сюда. А, вы на корабли можете сесть, извините. А, наверное, их нужно вот так вывести, да? А, 35, а нужно нам побольше чуть-чуть. Тогда мы вот так вот сделаем сейчас. А почему они с нами тоже воюют, не пойму. Это неприятно. Сейчас мы тогда вот так вот сделаем. Так вот пойдем. И будем потихонечку воевать, так? Так, этого сюда. Высадились, нормально. И их же туда же. А вот вы можете распуститься. Что у нас по... Тихо. По деньгам? Минус. Мы в минус ушли. Плохо. Ну, как бы, что нам делать, пацанам? Что нам, пацанам? Осаждаем потихонечку. Да ну, будем сидеть осаждать, если что, мы сохранились, не страшно. Крещение, сербы. В очередной раз сербов. Нет, авары, что? Ну ладно, крестили так крестили. Дайте угадав в католицизм, блин. Вот это вы вовремя, ребята, реально вовремя. Реально вовремя. А вы не будете наши земли осаждать, нет? Извините. Давайте хоть, типа, самую основную крепость вот эту возьмем и можем пойти уже, да? Сколько нам дадут? 13. Ну, тупо ни о чем. Эти крепости можно на самом деле и не осаждать было. Так. А где они? Вот ушли, блин, куда-то. Вот опять же. Египетская армия. Что случилось? Кто? Боже, дружище. Почему ты такой злой? Почему ты хочешь нам что-то... А, вот прекратил, походу. Походу прекратил. Так. Ого, он там потери понес, пока он плыл. Было 6 тысяч, даже чуть больше. Сильно, сильно. Так, будем одну армию тут, допустим, держать, если что. Если что, мы подплывем, заберем. А их нужно куда-то отвезти. Вот не знаю куда. Пускай тут, наверное, стоят столицы. Вот, блин, вот эта дилемма у меня чисто. Жалко, что они осаждают Фуста. А, ребята, а вы чего? А вы что так решили повоевать чисто? Инициатор войны. За область Каир. Простите. У меня вассал чисто войну объявил за эти две провинции. Да он даже круче, чем мы, походу. Неплохо. Неплохо, блин. А извини, а кто заступился за них, раз у священная война? Блин, не то тыкаю. А никто за него не заступился. Понятно. Ну там один какой-то бомжик. Абсолютно неважный. Ну блин, а походу тут нужно все осаждать. Что нам еще остается? Ничего. Ладно, если сейчас опять вражеское войско придет, я не знаю, что я сделаю. Я расстроюсь. Ну все, сидим, осаждаем.
Так, минус. Да, чуть-чуть минус идет все-таки. Что они тут стоят? 45 человек. Победа, победа, круто. О, а не-не-не, мы можем, наверное, еще этот осадить, да? Можем же? Можем, конечно. Что нам, пацанам? Нормально. Египет сила. Египетские сила. Египетские вперед. Можно я, пожалуйста, автосейв пропущу, да? Тайный советник. Ну, го. Го. Го вот так вот. Могут пожениться. Помолвка. Помолвка. Просто помолвка. А ты кто вообще? Грек, палеолог. Зачем? Фу, блин. Прекрати. Растолкнуть помолвку, нафиг. Не-не-не-не-не. Мы тебя знаешь, на ком поженим? Ты не поверишь. А чё, ни с кем не будет этого? Блин, тогда неинтересно. Тогда мы чисто, знаете, как сделаем? Полководец, придворный. Чтобы чисто наследники у нас были, правильно? Возраст 22, 52, 31. Вот 18. Это наш тайный советник. Ну, го. Го. Все наследники будут нашей династии. Приятно, приятно. А что это? Что происходит вообще? Что, вы воюете, что ли? Вы о чем, ребят? Не надо. А, они, наверное, типа заступили за них. Понял. Вот, вот опять. Вот что они идут? Пока я тут был... Так, сейчас я понял. Бригаду, гоп-бригада сейчас пойдет. Бригада гопников, поехала. А, страшно. Нет, 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 нет. Бригада гопников отставить. Ну-ка, ну-ка, что вы там? Уф. Нормально. Нормально. О! А теперь они так вот нормальные, да? Ребятки, так, теперь мы, знаете, ход конем. Возвращаем все войско, все войско в Египет. И будем думать. Будем думать долго. О, блин, тут чисто болезнь какая-то. А что случилось? А, видимо, осаду снимают. А, ну давай, 10 тысяч. Ну давай, на 11 тысяч, поехали. Бенч, тупо убийца. Убийца, счет 40, сейчас 81 счет. Бенч, убийца. Ты куда идешь? О, сюда, нормально. Развалим сейчас вас. Бенч, убийственный. Че, эксперт по равнине. Тяжелая похода посильнее будет, я думаю. 85, нормально. Мы ведем войско, мы тупо крошим всех. Это можно снять, да? Что такое? Ваш Шурин помер. Нормально. А мне-то какое дело до Шурина, серьезно? Вот это жалость, Шурин помер. Что случилось? Устарская битва. Не, войско нам... Полководец. 23, полководец! Пу, можно тебя немножко полководцем сделать? Спасибо. Так, 91 к 100. 91 счет. А кто нас нападает? Единичка это? Соточка! А, бенч! Убийца! Кто убийца? Это я. Нормально, нормально. Теперь это Кахире. Богатая провинция должна быть. Кахире. Нормально. А что наследство вассалов? Вы чего? Вы это что? А, так они сунниты. Абсолютно насрать на суннитов. Правильно? Все, нормально. Кахире. Ты тоже суннит, прости. Тоже суннит. Фу, отозвать титул. Пофиг тупо. О, мне кто-то звонит, секундочку. Алло. Я записываю, ты не мешаешь. Не надо пораньше. Хорошо, я позанимаюсь и тебе сразу скажу. Пока. Так, я тут-то. Я тут очки. Так, что я тут суннитов разбирал, да, по косточкам? Отозвать. И, конечно же... Только вассалы его веры. Правильно, правильно. Все я правильно делаю. Так, советники ничего не делают. Ты можешь поворовать вот тут. А где у вас новая столица, мне интересно? Вот тут, что ли? Не похоже на это. А где у вас столица?
Маликанство. А вы... А, вот, нормальная столица, лайк. Чисто лайк, блин. Разочаровает. Ты уж разочаровает. Вот это у меня, конечно, да. Так, это можно быстро сделать вот так вот. Бенч, 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 бенч. Провинция богатая, да? А, ну, тупо ни о чем, да, богатая, конечно. О, торговое поселение наше, приятно, приятно. Торговое поселение. Блин, а стоит ли отдавать что-то с торговым поселением? Не знаю. Ну, какая разница нам, пацанам, да? Давайте священника. Удовлетворенный, приятно. Кахире, да? Все четко. Соточка отношений. И мы крутые. Опа. Опа, опа. Блин, я не знаю, вот ваши ставки, как называть эти серии? Вроде все так четко, а их две, а нужно как-то называть, правильно? Буду думать сидеть. Выбор образования. О, единокровный брат, а ты че, наследник мой? Брат. Брат. Брат-наследник. Что тебе там? 28 лет, пора разводиться. Брат, ты у нас че там? Управление, да? Много в управлении тебя чисто. Давайте разводиться. Сменить религию. Нет? Нет, так нет. А что, почему нет? Нежелание. Верная жена. А, видимо, папа римский будет это все решать. Или чего? Папа Анастасия, а ты кто? Так ты наш вассал! Как ты не... Непонятно, блин. Ладно. Пора, я думаю, заканчивать, потому что уже как бы запись идет 1:04. И все. Ну вот, четко, мы живем. Игра мне чисто понравилась, эта каточка. Нормально. 11 тысяч чисто из-за его умения. Мы так всех развалим. Мы так его развалим. Тупо. Соберем мы очень быстро Египет, я думаю. В целых своих границах, вот в таких вот. И перекрестим все на свете. Правильно? Нам как бы есть что крестить. Вот тут вот. Вот это как раз новая. Как она? Новоприобретенная земля. Ну а так, на этом все. Спасибо, что... Господи, восстание. Спасибо, что были, спасибо, что смотрели. Вот на этом все. Как-то...